Приветствую. На обзоре вот этот интересный нож. Это одна модель, но выпускается в двух версиях. Черный G10 в обоих и клинок с черным оксидированием плюс бенбласт покрытие, так называемое, такое матовое. Ножи полностью идентичны, поэтому на ком показывать, наверное, попробуем показать на светлом, более контрастный. Фирма бренд. Вот такое трудно переводимое, точнее произносимое название. Нажмите на паузу и почитайте. Ну, короче, я не произнесу. Вот это название бренда плюс сталь. Больше ничего здесь не указано. Стальные два, как видите. Нож в остальном все практически идеально. G10 рукоять. Такая цепкая, хорошая насечка. По периметру профилизирована для лучшего удержания. Большое отверстие для темляка. Даже, я бы сказал, огромное. Бэкспейсер на половину ножа. Клипса, с другой стороны, то же самое. Только клипса глубокой посадки. Черного цвета. Не бликует. Отлично. Клин строго по центру. И в осевом у нас подшипник. Открытие за плавник. Открытие отличное с любого положения. И, как видите, под собственным весом он падает. Механика в идеале. Лайнер лук. Лайнер заходит полностью. Но запасы еще где-то около половины есть. Потому что клинок такой. Не так, чтобы толстый, но немножко есть толщина. 3,2 мм. Облегчения как такового нету на лайнерах. Вес ножа 127 грамм. Покрытие равномерное. В том черное, здесь бедбласт. Ну, тоже такое. Спуски ровные, прямые, симметричные. Сведение аналогичное. По обуху, повторюсь, 3,2. Сведение от 0,4 до 0,5. Где-то так приблизительно. Нож, кстати, очень удобен. Здесь насечки есть любым хватом. Даже вот такой для выемки отличный. Любой хват. Габариты ножа. Замеряем. Общая длина 20 сантиметров. Ну, 20,2 где-то приблизительно. И общая длина клинка, точнее, EDC-шная, полностью EDC-шная, 8,5 сантиметров. Вот такие интересные ножи. Просто интересные, очень качественные. И отлично исполненные, с хорошей механикой и с хороших материалов. Рекомендую.